Привет, друзья, меня зовут Стас Черевко, и в этом видео мы сделаем обзор маркеров SketchMarker от компании SketchMarker, двух линеек. Это классический маркер с двумя наконечниками, широким пером, тонким наконечником, и SketchMarker Brush. Ну, теперь по порядку. По ходу дела я сделаю выкраску, подпишу все названия оттенков. Мне понадобится несколько серых, черный, как один из самых ходовых, по крайней мере в моей работе, и парочка цветных. Итак, SketchMarker. Классический маркер, широкое перо. Вот, дает вот такую линию. И тонкий наконечник. Вот, линия тоже очень тоненькая. И она, в принципе, как у более дорогого маркера Zicker Color Twin S. Вот, то есть тонкие наконечники у них, по мне, так одинаковые. Поэтому SketchMarker это хороший маркер, потому что гораздо более доступный. Итак, следующее, что можно посмотреть, это сочетание цветов этих маркеров с другими. Например, если у вас в коллекции ваших маркеров есть те же самые маркеры ZIG, ProMarker или что-то еще, вы запросто можете использовать в одном рисунке и наши SketchMarker'ы. Они отлично сочетаются. И в одной работе можно использовать абсолютно разные маркеры. Это хорошо начинающим. Если у них уже есть какие-то маркеры, то можете запросто покупать оттенки, которых у вас нет, которые вам нравятся. Кстати, об оттенках. Вот у меня цветовой круг двух линеек. Посмотрите, какой огромный вариант красивейших нежных оттенков. Поэтому можете, в принципе, любую самую сложную, самую грандиозную идею воплотить на бумаге. Цветов очень много. Так, теперь посмотрим, как можно работать этими маркерами. В принципе, давайте возьмем что-то, какой-то серый оттенок. Итак, можно делать вот таким вот образом. Штриховать, я бы сказал даже. Потом, к примеру, следующий слой уже под каким-то углом. И постепенно мы добиваемся того, что цветовое пятно становится такое насыщенное и равномерное. А можно работать вот таким вот образом. Кому-то так больше нравится. Вот так. Неважно. То есть маркеры ведут себя абсолютно точно так же, как, опять же, более дорогие, я бы сказал даже значительно более дорогие ZIG. Вот, то есть ничем не отличаются и ведут себя точно так же. Теперь давайте посмотрим, как делать растяжки. Мне понадобится несколько серых оттенков. И сейчас я буду делать растяжку достаточно быстро. У меня нет задачи сделать действительно что-то очень такое плавно переходящее. Просто посмотрим, что это тоже возможно. Один оттенок. Еще такой более голубоватый. И сероватый оттенок. Ну вот, постепенно вводим более темный. На границе мы его растворяем и добавляем еще вот такого. То есть запросто можно сделать хорошую растяжку. И кто работает в таком стиле, где это нужно, можете запросто это сделать. Вот, то есть все это реально. Так, это у нас была линейка маркеров, просто SketchMarker. Широкое перо, тонкий наконечник, спиртовая основа. Так, теперь вторая часть нашего обзора, это SketchMarker Brush. Очень эластичная кисть и тонкий наконечник.
Каждый рисовальщик использует ее в своем назначении, в своих каких-то нюансах, и ей можно делать такую мелкую прорисовку, либо же использовать саму эту кисть для того, чтобы добиться очень красивой такой изменяющейся линии, прямо очень такие художественные рисунки делать. Теперь давайте посмотрим, как ведет себя гибкая кисть у маркера Copic Sketch. Вот, то есть ничем не отличается от нашего, или наш ничем не отличается от Copic'а, только гораздо ценой, потому что Copic стоит сейчас нереально много. Ну что ж, давайте подведем итог. По линейке маркеров SketchMarker. Забыл сказать, что они и те, и другие на спиртовой основе. Итак, качество линии отличное, особенно мне нравится тонкий наконечник. Сочетать с другими маркерами, такими как Pro Marker, Z-Cure Color Twin S, можно. Качество заливки высокое, что в таком варианте. Делать растяжку можно. По линейке маркеров SketchMarker Brush. Гибкая кисть. Само качество пера высокое. То есть она тоненькая, очень эластичная, очень мягкая, ничем не отличается от копиковской. Таким образом, я всем рекомендую попробовать. Причем мало того, что цветовой круг очень большой, очень много классных оттенков, причем производители SketchMarker обещают сделать их перезаправляемыми. Это тоже очень большое преимущество. Так что я всем рекомендую. Я обещаю, что вы получите большое удовольствие от работы этими маркерами. Так, вот я подписал всю нашу цветовую палитру этого обзора. Спасибо всем за внимание. С вами был Стас Черевко. Увидимся в следующем видео. Пока.